Вот здесь, наверное, там где-то 20-25 тысяч, да, густота. То есть при такой густоте, там неважно какой год будет, 20-й год, все равно здесь что-то уберете. Мы начали этого делать на узкую палету гибридов, да, сейчас расширили. То есть тестируем, потому что есть гибриды, которые показывают хорошо на ультранизких нормах, есть гибриды, которые нет. Да. Поэтому... Есть те реалии, которые я сказал, да, что не всегда получается, да, вроде все хотим интенсивную технологию сделать, да, и по питанию, и по густоте растений, и по защите, да. Но есть и почвенно-климатические условия, которые, из которых нужно вытаскивать деньги, да, как бы выйти на экономический результат. Поэтому последние годы, которые были, и та ситуация, которая сейчас вообще есть в стране, то есть большинство случаев это результат того, что люди вообще не оптимизировали, да, как внесли, как сеяли 60-65 тысяч растений кукурузы, так и продолжают сеять по подсолнечнику то же самое. Не, это верно, да, что вы постоянно ищете пути решения и пути оптимизации экономики. Вот, например, в прошлом году, извиняюсь, что перебиваю, у нас там на густоте 55 у нас уже появлялись растения без кочанов. Mm-hmm. Да. То есть 25-30 тысяч, то есть хорошо сформированный кочан. Средняя урожайность мы закрыли под 5 тонн в прошлом году, да, то есть в платформе там 35-40 была самая оптимальная по результату. Было выше, чем средний, который мы зарегистрировали по хозяйству. Угу. Угу. Ну, в основном оптимально вы выходите в ваших условиях, это в пределах 45 тысяч, да, 40-45 тысяч. Ну, сейчас мы посеяли 50, вышли на норму где-то 40-48 схожих, да. Здесь mm-hmm. другая ситуация, здесь то, что видим. Да, ну, это делянки, да. Да. Это полигон, который... Вы эти учеты собираете, аккумулируете, да, конечно, из года, да, в год, то есть да? Это база данных, которая у нас собирается, и она сидит в основе тех решений, когда мы планируем сезон, да. То есть мы смотрим по то, что определенная статистика накапливается, да, каждый год есть ввод, с которым мы заходим, какой объем влаги у нас в почве, да, что мы с ним делаем и что видим, да, как бы, как дальше. Уверены, что скорректируется ситуация или нет. И уже от этого исходишь, если у тебя есть определенный объем данных, который ты можешь накладывать на тот сезон, который у тебя сейчас есть, можешь понять, там, какие нормы по ФАО, какие нормы по посеву, и принимать решение, что ты в этом сезоне делаешь. Потому что... По-другому. В среднем стараетесь, наверное, держать где-то 4-5 гибридов, да? По разным фауам, да. Минимально 5 гибридов в портфеле, в коммерческом портфеле есть, да, то, что мы сеем. А, ну, пшеницу, посев ЖКУ, планируете? Да. Есть. Нет, был посев, да? То есть 23-й есть. Сезон, посев с ЖКУ и с другими жидкими. Тебя наблюдает, есть изменения зрительные хотя бы? Зрительно, да. Зрительно я в этом году увидел, так как у нас по второй группе технически лучше сделана, да, система внесения. По первой группе у нас были какие-то вопросы технические, да, и у нас как бы не на всю ширину сеялку давало, да, и разница визуально, хотя визуально разница была, да, там не было. И сейчас она не наблюдается, потому что уже скоро уборка. Угу. А так, да, есть. Угу. Ну, уж намерены как-то уборку провести, посмотреть, сравнить. Мы делаем картирование урожайности. То есть убираем, комбайны делают картирование, и после этого смотрим в цифре. ЖКУ, он более... Да, он доступный, должен быть. В первый сезон, в сравнении с твердым. Я думаю, что на пшенице, почему там результаты видны, на кукурузе короткий сезон, да, то есть от внесения до момента, когда он начинает потреблять. На пшеницу... Есть время, чтобы он как бы стал более доступным, да, и длинный период от момента посева, внесения, да, до момента, когда само растение начинает потреблять. Поэтому я думаю, что на пшенице я и видел разницу в этом сезоне. В этом сезоне у нас под 100 гектаров под орошение, три метода по орошению. Выходим хорошо на капельном поливе по цифре, да. Но это та технология, которая не так легко масштабируется. Конечно. К сожалению, да. Ну, как бы реально ее там довести до определенной площади. Достичь той формуляции, которая способна быть устойчивым, готовым раствором в течение там, 1-3 дней. Вот
вот это вот может быть проблема, потому что если его приготовить растворы в течение там 3 дней не внести. Получилось как? Они специально закладывали опыт многолетний, многофакторный, с повторностями. Они вот вносили 200 килограмм по кукурузу промофос, получали урожай. Угу. Потом не вносили сложные удобрения на протяжении 3-4 лет вообще. Первые 3 года они не замечали резкого снижения урожайности. Снижение было в пределах 10-15-20% идет. После 3-го года снижение урожайности составило более 40%.